С благотворительной миссией посетили представители Росгвардии Республики Дагестан дом-интернат «Забота» в Махачкале в рамках всероссийской акции «Дорога добра». Сотрудники ОМОН «Скорпион Каспий» с ФРИО командира отряда подполковником полиции Валерием Ларюшкиным привезли для воспитанников социального учреждения необходимую мебель и фрукты, а также пообщались с детками. Это частые гости в нашем интернате. И сегодня они пришли в очередной раз порадовать наших детей. Хочется сказать огромное спасибо за праздник, который устроили, создали детям. И пусть все добрые дела ваши возвращаются к вам в сторице. Как отмечает руководство, такое внимание для особенных деток очень важно. Они всегда встречают гостей с искренней улыбкой и дружескими объятиями. По словам Валерия Ларюшкина, представители Росгвардии стараются чаще помогать и поддерживать во всем ребят, а также коллектив учреждения.